пока солнце светит, я немножко попробую поснимать. Многооборотного резистора я не нашел, чтобы заменить. Вот этот 4,7 кОм, а этот 1 кОм многооборотный, но он, видимо, попортился, уже ничего не регулирует. Вот мне многооборотные резисторы не нравятся, потому что они выходят из строя, их крутишь, они потом перекручиваются. Иногда и потом уже не возвращаются и не работают. А стоят они не так мало. Вот пушпула платка. Если кому это как бы интересно, как говорят. Вот конденсатор. Вот подстрочный конденсатор. Вот этот на драйвере, это управление, как я раньше говорил в других моих видео. Это вот на одном транзисторе ПНП. Там всякие еще резисторы без драйвера. Этот транзистор, этот вот на драйвере. Вот этот пачек не син... пачки не синхронизованные с пушпулом, но при определенной частоте они засинхронизируются, и осциллограф синхронно их показывает. Значит, они засинхронизируются сами. Вот подстроечные конденсаторы. Тоже в таких я вставляю, потому что каждый раз перепаивать это много времени занимает, чтобы подменять параметр. Вот так бы и поставил конденсатор и все. А потом эти изнашиваются и тоже не очень хорошо работают. Иногда потом контакта нет. Поэтому я вот, например, для этого сделал вот такие ножки, согнутые вдвойную, чтобы лучше контакт был. А, ну вот, я перестал снимать, слияние было. Так, вот. Теперь продолжу, я хотел кое-что показать еще. Достала меня уже эта установка, потому что не работает. Вот горит светодиодик на токовом колечке. Вот 550 Ом резистора. Вот на провод заземления надет. Вот теперь суну вот этот феррит в трубку. Всунул. Диодик слабее горит, то есть резонанс отошел, понизилась частота. Теперь нужно подкрутить частоту тут, найти резонанс. Как бы все равно не находится.
еще второй засуну. Может. Может уже нужно поменять этот конденсатор, потому что слишком низко зашло. Ого. Какая здоровенная нога. Надо уходить от этого индукторы, либо от этой вот обмотки подавать на индуктор. Тогда нужно еще одну обмотку намотать для этого трансформатора Tesla. Либо вот частота плавает все потребление. Либо мотать под низом обмотку, и возможно на этой выходной вообще никаких конденсаторов не вешать. Тут от витков прямо поднять, подать на эту мотку. Я еще вот этот вот отмотал. Тут провод оказывается где-то 0,8, по-моему, миллиметров или 0,7. Такой не тонкий. Уже солнышко зашло, опять темно. Вот этот 0,6 миллиметров. Вот он такой. Этот, по-моему, даже толще, чем этот, значит, если этот 0,6, может и не толще. Может немножко и тоньше. Ну где-то примерно одинаковые они. Но при резонансе так сильно потребляет ток, что, видимо, надо тут вот больше витков намотать, чтобы тут уже выше напряжение изначально было. Тогда, может, не такой сильный резонанс будет, не так сильно потреблять. Но это вообще ерунда, надо индуктор по всей длине мотать. У меня, что он тут намотан вот одним слоем, это уже плюс, это уже выше напряжение дает на выходе, чем если тут многими слоями мотать. А вот тут очень трудно настроить с этим. Нечувствительный, прыгает.
попробую этот подкрутить. Или он у меня попортился или нет. Он уже трещит в одну сторону, уже значит надо в другую крутить. Вроде бы немножко что-то меняет. Забыл, в какую сторону крутил, в эту вроде.